Ребяточки, всем привет-привет на канале Пиратская жизнь. Ну что, в общем, моя бежулька, короче, пошел за машиной. Вот, я ему не стала спускать все с рук. Вот, в общем, мы с ним практически не разговариваем сейчас. Но дела надо кое-какие делать. Поэтому поехал сейчас за машиной. Сейчас сюда ее пригонят. Говорю, иди. Здесь все равно делать нехер. Вот, я пока тут ролики загружала, там туда-сюда. Вот, и в общем, он пошел за машиной. Вот я его сейчас жду, он должен отзвониться. Сейчас одеваюсь, обуваюсь. Вызвала к совести, говорю, Вова, понимаешь, нужно дела делать, нам нужно письмо отправить с договором, там, туда-сюда. Вот. Дел полно. Вот. Нужно сейчас еще к Наташе съездить. В общем, набрала всего, набрала банки, вон целый этот пакет большой. Взяла хреновины, то, что делала. Вот, взяла вина, подарки от любимого Василька. В общем, как всегда, не с пустыми руками. Наташа, скорее всего, не будет. Потому что я так поняла, она там во второй смене работает. Ну ладно. Ну, мы с вами по делам едем. Надо еще проверить колеса. Понимаете? Вот бухчу на него, но все равно. Дела, как говорится, надо делать. Вот так. Никак не могу успокоиться. Все. Губки готовы, все готово. Чего вам там мои брови-то не нравятся, а? Они сойдут вообще-то. Они будут бледнее намного. Будет красота. Они так уже, кстати, не очень яркие. Потом корочка просто сойдет и будет побледнее. Будут более естественные, более натуральные. Хотя я вот, знаете, уже к темным бровям уже привыкла. Я даже не хочу с ним расставаться. Куча банок, подарки, туда-сюда. Так, надо одеваться. Куртку просто одену, и все. Кину на машине. Что-то вроде что-то прилипает, тапочки. Вроде Гаврюша каждый день моет, все равно. Хреново он моет, конечно. Периодически приходится за ним промывать. Так. Тыц. Все, все, что взяла. Все, что хотела, взяла. Все, пошла. Еще не звонит, не подоехал. Слушай, как хорошо с этими камерами. Это прям видно вообще, где какие парковки, где чего. Прям вот так-то открыл. Я ему говорю, вот смотри, вот здесь вот есть парковочное место, вот здесь есть парковочное место, вот здесь. Там у нас, сколько у нас сейчас? 5 камер на двор. Вот, и можно посмотреть любой момент. Класс. Ты говорю, пригоняй, тебе есть где встать. Угу. На улице дождик. Но ехать надо. Слушайте, а я вот не понимаю, почему он обижается на правду? А почему он обижается на правду? Мне вот, например, обидно, что когда я бегаю тут по квартире, делаю дела там всякие, готовлю еду, убираюсь, вот, работаю, в конце концов, даже за компьютером, да? Вот он сидит и нифига не делает. Проще вот что-то сделать, все, он вообще ничего не слышит, будет смотреть дальше свои сериалы дурацкие, и все. Ну, понятное дело, что мне обидно. Начинаю орать, возмущаться, он обижается. Короче, какой-то заколдованный круг. Терпеть не могу, когда один человек работает, а второй болту пинает. На улице дождичек. Прям такой серьезненький. Ну, вон место есть, надеюсь, он здесь сейчас припаркуется. Я пока не пойду никуда, потому что что, ходить. Да, дождичек. Погодочка такая. Вроде и тепло, но дождь. Все, едем. Что там, соседа, говоришь, нет, да? Ну, хорошо. Ну, будем знать, что он теперь... потенциально имеется. Потому что мы все лето думали, что нам так повезло, что никого нет. А нет. Нифига. Так, надо проехать тут. Там еще же куча. Нам сейчас еще на почту надо. Как хорошо, что есть машина. Можно не идти. Это знаешь, когда мусор выкинуть, да? На машине едешь. Вредный человек. Разговаривать даже не хочет. Да. Сам такой. Слушай, а там платить наверное, надо или не надо? Надо. Надо? За письмо-то отправку надо. Ты что, платила? Ну, я платила это срочное письмо. И что? Это тоже надо. Ну, проверим сейчас. Там не марки, ничего там нет. Сейчас спрошу. А здесь вот? Ну, карточку дашь мне? Сейчас плачу. Лежащих полицейских.
Да, погодка прям вообще шепчет. Займи, на выпей. Вот, бутылку с собой взял. На всякий случай. Что, если что, с Иваном бахнем. Если никого нет, с Иваном бахнем. Ему нельзя, мне можно. Я можно. Как говорится, нервы полечить. Все, письмо отправила. Блин, даже просто письмо отправить 3-4 рубля. Все. Сразу что-то ничего не заполняли. Только чек дали. 3-4 рубля. Фу, все. Погода шепчет, займи на выпей. Странно что-то. Она нам сказала только деньги оплатить и все. Никаких там данных не списал, ничего не списал. Кто? Ну, вот эта вот девочка. А зачем? Там все написано. А ты говоришь, только опустить, ага. Денежку. Я говорю, только денежку отдать. Это за марку получается, как бы. Да. 3-4. Так, конверт пустой. Всякой марки. Ну да. Продается еще конверт с марками. А, уже с марками. Ну, опять же, когда берешь, нужно спрашивать, ну какого города тебе? То есть она клеит те марки, и все. Раньше можно было марку. Нам до Иванова. И все. Нам до Иванова. Правильно. Сейчас говорю, всю вот эту вот рекламу, все надо маркировать. Все маркируют уже прям целыми документами, присылают, подписываешь. Вот. Надо, как говорится, это сверху еще просить, сказать, что так. За беспокойством. Еще накиньте. Да, конечно, так не будем делать. Василек нас уже давно спонсирует в плане того, что одевает, обувает. Спасибо вам. Вот. Оба Васильки сидим. Теплее, хорошо. Люблю вот этот вот костюм Бруклин. Он вообще. Мне кажется, он пока дырами не покроется, я его так буду носить. А он не рвется, зараза, понимаете? Даже между ног не протирается. Вот насколько хороший. Так, на себя. Попали в пробочку. Причем такой приличненько, да, даже еще и вообще. Здесь красный там, вот. Значит. Ну, здесь есть, да. Перед переездом. Но уже народ стоит. Да. Сегодня, кстати, этот Покров. Вот. А так как на улице тепло, дождик идет. Так что всех с праздником, с Покровом, прошедшим. Вот, такие дела. Да, конечно, погодка шепчет. А он что, развернулся еще? Ты же двойную сплошную, красавчик. Мне сегодня никто не пускает. Там тебя никто не пустит. А как он планировал? Нет, там-то разделительные, можно перед перекрестком развернуться. Понятно. Можно. Капец вообще, пробка. Жесть. Да. В общем, Иван дома. Я так чувствую, с этими пробками и прочее мы и Наташу дождемся. Чем надо дождаться уже. Посидим, чай попьем. Сейчас надо будет зайти в квартиру бабушки, посмотреть там эти дачи. А это шины. Решить, новые брать, шиповные или отсюда сгодятся. Вот, проконсультируемся. А то вот были, а мы селки набирали. Давай. Многие уже заказывают шины себе. Шипованные. Все шипованные. Да, мы все стараются брать шиповную. С липучку мало кто берет. Угу. Липучка, она хороша, когда сильные дозы. То есть минус там 30-25. А как показывает практика, у нас сейчас в основном такая средняя зима. Крайне редко 10-15. У нас бывает. 15. Да, крайне редко бывает 7. Прям очень холодно. А то и вообще, блин, ноль. Угу. Больше вот это вот мелкая вот это вот день жестянщик, когда дорога становится, покрывается вот этой меркой коркой, да, и все. А это что? А это что? Проеду туда. А что, это им поможешь? Ну, так что лучше, наверное, шиповку взять. Либо через мост. Держите себе. В смысле? Может быть. Так, держимся. Привет, Бобзик. Где майку потерял? А? Че, Бобзик? Пошли. А Бобзик? Бобзик тебя как-то даже и не спрашивает. Он сам прошел. На, возьми пакет. Тяжелые банки. Вот так вот, видишь? Раз и пошел. Бобзик, да. Эх ты, а? Майки здесь нету. Она сегодня гулять не пойдет. Дом сидит. Ух
Прям за нами пошел. Запах ты ее есть. Но. Нету. Пошел дальше искать. Блин, прикольно. Прям пришел посмотреть. Я думал, да нет, колесо посмотреть. Да вон еще кушать привезли. Канал, улица уже. Да. Нет, надо же перебываться. Ты когда обычно перебываешься-то? В машине пищит. Ты не перебываешься вообще? У него все сезонка стоит. Надо тоже какую-то все сезонку поставить. Ага, для нашей машины нет. Что там идет? Все сезонки. Он там что ли остался? Я хочу проверить, там какие? 15-16. Ой, тут дверь открыта. А ничего, что он так сейчас зайдет? Красивый? Получился. Прикольно? Да, что-то чем-то отлив какой-то идет. Такой. Серебристый. Ну, а так черненький. Слегка. Ну, все. Все, вот видишь, он уже утеплился. Все, вон костюм. А ты еще не утепляешься? Не, когда у меня машина. Там, блин, дует, и машина-то жарко, да. Там я включил печку, там мы можем так сделать, что. Угу. Вообще можно. Нет, чей планар там стоит, печка. В трусах ездить. Там никто не будет. Тем более мы в этом верим. Он туда дальше приехал. А там все было. Это вы так долго сейчас работаете вообще на работе? Работаем, да. Что делать? Заказы, да? А вот хреновину делали, прям классная такая, получилась ядреная. Сами. Иван любит такую, такую что, что прям... Хренодёрный. Иван тоже глаз. Делали, я не знаю. Тоже делали? Вырви глаз. Что не ест? Вырви глаз. А ну попробуйте нашей. Ты у думал, вас там алаверды. Сахар, уксус, а у нас нет этого. Не, а тут она, видишь, смотри, она более густая. Да. Видишь, получилось? У нас она пожиже. Нет, у нас такая подложка. У нас пожиже. Не, ну смотри, видишь, она как густая. Положишь тарелочку, во-первых. Ну давай тарелочку. Нет, видишь, она погуще. А здесь у нас и пожиже. У нас помидоры были, наверное, такие помягче. У тебя помидоры была мясистая. Ну. У тебя как типа бычки ну, было. У нас-то мы же какая сделали. Да она что-то мне не очень понравилась. Сладкий какой-то. Сладко? А ты подслащивала? Ну, сахар добавляла. Сахар-то. У нас он. Ну-ка. Ну попробуйте. Пробуй. Пробуй. Давай. Да. Дегустация. Не, сейчас я даже вон на нем эксперимент поставлю. Эксперимент. Что-то я как-то в этом ну как? Не очень. Остренькая такая. Ядреная? Ядреная, да. Ну, остренькая, но не такая, как у нас. У нас ядрение? У нас вообще прям вырви глаз. Термоядерная. Попробуй. А давай давай ты теперь эту открой. Попробуй. Теперь ты попробуй. Нос прошибает. Давай, открывай банку. И себе ставите. Оп. Все. Вот только сделали. Но они одинаковые. Давай, пробуй. Нифига не одинаковые. 100 грамм чеснока, 100 грамм хрена и перец острый. Ну как? Жгучий перец. Угу. Нормально? Больше ничего здесь нет. Все. И соль. Соль, пол, да. Вкус. Жгучий перец. Ну, это сладкий такой. Это послаще, да? Ну вот, видишь. Поострее любишь. Почетче будет. Переборщили. Я думаю, чеснока дофига добавили. Там чеснок пробивали. Чеснок и хрен. Хотя у вас вот погуще, я смотрю, она получается. Так ее делать-то густую. А через крупную эту решетку. У нас более крупная мелкая была. Попробуй. Как это вонять, так вонять. Всем, да. Да, кстати, она послаще. Она сладкий прям, да, что? Ну, вкусно. Тоже. Ну, в общем, вот. Угощайтесь. А ты как это? Что советуешь, чтобы они были уже на этих, на дисках? А что просто переодел и все, да? Сам перекрутил их и все. Еще ездить. Ну, гляди какой. Консультация. Нет, в сторону там еще. А это вот еще это. С дня рождения осталось. Винишка. Ты, кстати, спрашивала, где брали-то? В красно-белом. Смотри, я нарисую. А я только что я что это. Не помню, Ну, вот смотри, вот это получается сапирави, а там глаза точно возьму. Такой же, только написано кинзмарауля. Ёлочкой. Все, это грузинское, по-моему, считает. Ну, маленький, по-моему, другой. Формула айс, это не айс-зеро. Это мороженое.
Запах, кстати, классный. Ну, окей. И я говорю... Ты всю лет не ел. Я говорю, оставьте мне мой килограмм. Я говорю, я вечером приду. Это ты жарил, да? Хакапелита. Это лишь R5, новый. А это вот ты копченая, да, какая-то селедка? Да? Копченая селедка. Очень, кстати, прям вот вообще прям вкусная. Все. Давай я почищу картошечки. Есть у вас картошка? Чувствую, под это надо картофанчик. Картофанчик есть. Кардиан. 5. Давай, может, это почищу быстренько. Давай, чтобы тебя не напрягать. Помогу тебе. А то устал с работы. Она чистенькая, картофанчик. С водой будет. Горячий или холодный? Ну хочет он, как поменять, что-то. Зачем? Просто. Не заведешься, когда тогда поменяешь. Когда не заведешься? Да. Конечно. Ну попробуйте до мороза стычить. Что его менять? Он может хороший. Стыть, конечно, мороз, когда начнутся вот возьмешь, это все. Он тебе мяски возьмет, если что. Нет, ну... Она, да, какая-то многофункциональная, я не знаю, нет. Да, она есть, вроде как этим еще. Есть эти, все. Так, нет, давай нож. Что-то какая-то странная. Ножик вот. Или вот. Какой тело? Давай маленький. Варки нахрен бери. Ну, все, хватит. Не бери вот эти дорогие аккумуляторы, в них бы только реклама. Варку я покупал новую. Так ему что, еще и аккумулятор, что ли, надо? Нет, вот это все. Видишь, он хочет все поменять. И аккумулятор хочет поменять. Аккумулятор не и в этой жидкости все не говорит, что это были сделали. Он боится, вдруг он выйдет, и вдруг у него тату это все. Ничего там не разбавится. Что-нибудь случится, господи, крайние случаи, блин. Антифризга тоже уже. Один день, ну, допустим, не заведет. Видишь, ему антифриза не будет, а то-то, если Иван что приедет. Видишь, ему еще антифриз надо менять. Короче, одни жарения. Вы меняли же. Нет, ты понимаешь, нет. Вот он мне проедает весь мозг вот этим. Вот это, и это надо, и это вот. Стоит старый. Едем. Они что-то не масло ли меняли? Мы только поменяли масло. Нет, ему там поменяли масло, фильтры. Потом еще. Коробки и тормозуху. Да. Потому что она уже там как паста шлагит. Антифриз у меня ничего не будет 100 лет. Он слей его чуть на базе. Еще раз. Никогда не парился, пока нахуй что-нибудь воду... патрубки не лопнут, из нахуй этой... не убежит, да? Воду выливать из обойти. Да. Вон, видишь? Да. Не, дожди сегодня прям жесткие. Да вообще. Прям жесткие. Сейчас ехали тоже прям. Пацаны. Так, короче, смотри, вот тебе здесь туничка. Но она легкая такая, хорошая. Легкая. Светленькая. Такая модненькая. Угу. Вот, и Дашке там костюмчик. Интересно. Я просто увидела, думаю, так, надо Даше. Оп. Смотри. Ой. С какой-то девочкой. Ну, такая нежненькая для дома. С девочкой. Ну. Ну, и костюм. А костюм, вот, на, смотри. Здесь он, короче, с брюками. Но брюки такие, знаешь, интересные, расклешенные. То есть они как идут, как эти. Да как, блин, тяжелые-то. Да, плотная ткань. Ага. И видишь, они идут как расклешенные по боку. А, вон они даже как. Да. То есть вот так вот ногу выставляешь, и они так, как юбка. Так, а вот здесь вот, короче... Это точно налезет. Это топик. Вот такой одеваешь топик, и вот здесь вот по кругу щик-щик вот этим завязываешься. Интересно такое. Мне самое интересное посмотреть, как он будет смотреться. Попробуешь померить? По кругу. Попробуешь померить? Чисто ради интереса. Стрелка тут вот уселся. Давай, крути-верти. Крути-верти, ща. О, слушай, неплохо вообще смотрится. Ну, это вот по кругу просто. Сейчас. Так, раз, да. Костюмчик сидел. Да. Не, вот этот ногу так выставит, что... Щик-щик. А, подожди, так они сплошные? Да, они сплошные. Нет. Нет, вот видишь, вот так вот выставляешь. Вот, да. О, так, раз, ножку выставил. О, супер. Секси. Секси. Тут да. Как-то интересно. Ну, они вроде как и закрыты, и в то же время, угу. Раз.
Ну, они вроде как юбка, да, получаются такие? Ну, как полуюбка, типа, полубрюки. Да, да, да. Такие. Широкие, модные какие-то. Угу. Угу. Я говорю, так что... побольше, а так для Дашки-то нормально будет. Ну, вот, а брюки-то аккуратные. Я думаю, ну, костюмчик ничего, ничего такой прикольный. Так, что вот. Уж не знаю. Все. Красота. Где это Ника-то сейчас? Угу. Для дома супер. Тоже была. Светленькая? Да, а хорошо, то что темно? Да. Дома-то ходить. Ну, для дома. По размеру отлично. Да, да, хорошо. Ну вот, видишь. Все. И девочка модненькая. Девочка модненькая, да. Мне этикетка... Да снимай, распаковка. Распаковывай. Ну что у меня там липнет такое на голове? Зацепляет за волосы. Распаковка. Это эти, их наклейки. Оп. Все. А все. О, как говорится, на здоровье. Угу. Будем тебе тоже коллекцию у них собирать. Зарядила меня, зарядила же вообще всяких разных. Я говорю, у тебя тоже коллекция. У меня, знаешь, коллекция там 50 штук уже. У тебя коллекция, а у меня еще до 50 не дошло, да? Время покажет. Я бы себе такую сказала, но, к сожалению, у меня размера не было. Вот так мне приятная, прям вот прям мягко-мягко внутри тела тоже. И горловина хорошо проработана. Трикотаж такой прям очень. Мне очень нравится Василек, то, что у них натуральная ткань, и вот для дома вообще идеально. Удобно все равно. Я вот даже вот в этой, она вроде бархатистая такая, теплая, казалось бы, но дом тепло у нас, да? Угу. Я в ней чувствую комфортно прям вообще. Причем она мягкая и уютная. Да. Вот так. Ну, как говорится, на здоровье. Все, спасибо.